Держись от проблем подальше, и проблем не будет. Последнего из тех, кто лез к Векелу, нашли потом с проломленной головой. Итак, работа сделана, и даже золото уже здесь. И все прошло чисто. Мне это нравится. Прятать трупы и отводить глаза стражи довольно дорого. Отлично. И похоже, теперь я тебе кое-что должен. Вот, думаю, тебе это пригодится. Судя по тому, как тебе удалось разобраться с торговцами, могу сказать, что твой талант доказан на все 100. Нам в команде нужны такие люди. Вот это удаль. Воровство у тебя в крови. Родовой знак опытного вора. Думаю, ты у нас тут далеко пойдешь. Что у тебя на уме? У нас сейчас черная полоса, но ты об этом не беспокойся. Знаешь что? Ты добывай для нас деньги, а я побеспокоюсь об остальном. Годится? Теперь, если больше нет вопросов, иди за мной. Я тебе покажу, о чем мы с тобой толковали. Добро пожаловать в наше милое семейство. Давай я веду на приглашение, а потом будешь задавать вопросы. Прикрываю Делвину спину. Если тебе нужна работа, соблюдай правила и со временем... Только быстро. Только быстро. Лучше послушай сперва Мерсера и Бриньольфа. Мы потом поговорим. Не отставай, тут недалеко. Это сюда. Видите? Мерсер? Это наш новый рейд. Я говорю. Только бы это не было очередной тратой ресурсов. Прежде чем мы продолжим, я хочу кое-что прояснить. Если ты играешь по правилам, ты становишься богаче. Если нарушаешь правила, теряешь свою долю. Никаких споров и разговоров. Просто делай, что мы сожги, там скажем. Я ясно выражаюсь? Я эти слова забуду, потому что ты тут не дам. Еще раз полезешь с неуместными вопросами, и будут проблемы. Тебе все понятно? Хорошо. Тогда пора проверить твои умения в деле. Погоди-ка, ты не о Златоцвете, а? Даже малышка Векс не смогла туда пробраться. Ты утверждаешь, что советую новый рейс обладает должным талантом. Если хочешь если работать так, с нами. Если так, поместье Златоцвет крайне важно для одного из наших крупнейших заказчиков. Однако владелец внезапно решил вести дела сам и отказаться от нашего услуга. Следует преподать ему урок. Бриньольф посвятит тебя... Мерсер, ты ничего не забыл? Да. Поскольку Эльф уверяет меня, что ты принесешь нам исключительно выгоду, мы принимаем тебя. Добро пожаловать в гильдию воров. Добро пожаловать в семью, детка. Я надеюсь, что ты нам принесешь много денег. Не разочаруй меня. Просто. Делай, что говорят, и не морай клинок. Убийство денег не приносит. Поговори с Делвином Мэлори и Векс.
Они тут в курсе всего и могут подкинуть тебе работу, если будет нужно. Да, и поговори с Данилой во Фляне. Она тебе выдаст новые доспехи. Поместье Златоцвет — это пасека. Они там разводят пчел и делают мед. Оно принадлежит одному болтливому лесному эльфу по имени Оренгот. Нужно преподать ему урок. Сжечь там три улья и обчистить сейф в доме. Подвох в том, чтобы не сжигать все поместье дотла. Важный клиент, о котором говорил Мерсер, этого не потерпит. Чтобы все шло гладко, гильдии нужно поддерживать отношения с влиятельными людьми. Если они не станут нас прикрывать, у нас будут большие неприятности. Мавин хочет, чтобы Оренгот остался жив. Но если он будет тебе мешать, можешь его убить. Это все очень важно для гильдии. Не выставляй меня дураком, не облажайся. Они очень крепкие. Их ведь для местных погодных условий строили. Но их можно сжечь. Да и жители Рифтона сразу поймут, что мы серьезно настроены, если увидят высокий столб дыма. По очень важной причине. Если мы сожжем все ульи, ей придется возить мед издалека. А это сократит ее... У нас договор с...